На фоне пандемии коронавируса Федерация баскетбола России запустила чемпионат страны по кибербаскетболу. В число 30 участников первого розыгрыша наград игроки баскетбольного клуба «Чебоксарские ястребы» приглашены не были. Впрочем, как убедился мой коллега Вячеслав Ильин, это не мешает им оттачивать свое мастерство при помощи игровых симуляторов. Игроки баскетбольного клуба «Чебоксарские ястребы» и ранее использовали игровые приставки по своему прямому назначению. Но если раньше – отдыха ради, то в сегодняшних реалиях это уже часть тренировочного процесса. Так что телеэкран заменил игровую площадку, а соперника по второй мужской суперлиге чемпионата страны – команды NBA. Когда не хватает баскетбола, можно и тактически там что-то взять для себя, какую-то новую схему, комбинацию. А так это больше развлечение, конечно, время потратить. Ну и тренеру можно сказать, что мы сегодня занимались тактической подготовкой, зря времени не теряем. В отличие от кибербаскетбола, соперник, увы, должен присутствовать в радиусе досягаемости сигнала джойстика. Так что друзьям-противникам приходится соблюдать меры предосторожности, играя в защитных средствах. В остальном же, как в обычном баскетболе, выбор позиции, тактика обороны, стратегия игры и даже эмоции играющих. По большому счету, то, ну, это же просто игра развлечения. Если там прям очень серьезно к этому подойти, то, конечно, ты можешь там какие-то комбинации играть. Не знаю, но это прям надо очень, ну, это надо всегда в нее играть. А так как мы играем там раз в неделю, то, ну, нет, мы просто развлекаемся, убиваем время, поэтому ничего серьезного. В нынешнем составе «Ястребов» опыт виртуальных сражений в баскетбол имеют 5 игроков. Так что разыгрывающий команды Павел Кольцов реально рассматривает возможность организации внутриклубного турнира с соблюдением всех карантинных правил. Кстати, в матче команды «Милоки Бакс» и «Хьюстон Рокетс» победу одержали «Зеленые», за которых играл Павел Кольцов. Я предлагаю провести турнир по кибербаскетболу. Глеба я уже выиграл. Кто следующий? Приходите по одному. Будем играть. Вячеслав Ильин, «Вести», Чувашия.